Директор франшизы файтингов Mortal Kombat, Эд Бун, указал, что в какой-то момент он пытался сделать кроссовер с серией Street Fighter от Capcom. На протяжении многих лет, различные франшизы в определенное время сталкивались в виде уникальных файтингов. Будь то Marvel против Capcom, Street Fighter против Tekken, или Mortal Kombat против DC Universe. Имея это в виду, кажется, что слияние двух величайших титанов жанра, Mortal Kombat и Street Fighter, когда-то было в планах, хотя игра так и не была реализована. В недавнем сообщении в Twitter, Эд Бун сообщил, что ранее он пытался добиться появления Mortal Kombat против Street Fighter. Он отметил, что может многое рассказать фанатам о том, как мы пытались это сделать. На первый взгляд легко понять, почему файтинг-кроссовер Mortal Kombat и Street Fighter, скорее всего, так и не появился. Обе франшизы сильно отличаются друг от друга на уровне игрового процесса, а это означает, что, вероятно, было бы трудно найти баланс между ними.